Педагогіка для воїнів. Робота вчителів у прифронтовій зоні не обмежується школою. Педагог Вікторія Бак із Бахмута Донецької області щотижня разом з колегами відвідує бійців. Своїм досвідом роботи з воїнами, батьками і дітьми в час війни приїхала поділитися і до Тернополя. Вікторія Бак – послідовник гуманної педагогіки. В Тернополі ділиться досвідом із майбутніми вчителями біології та хімії. Каже, урок треба прожити разом з учнями. Також зазначає, що в нинішній час місія педагогів в Бахмуті не обмежується тільки школою. Бійці теж потребують підтримки, їм потрібне відчуття того, що уся країна там, на передовій, разом з ними. Воїни повинні знати, що їхня жертва не марна і що цього навчають дітей, адже ворог намагається переконати в протилежному. Прежде всего, поддерживать веру, что это не было напрасно. Я глубоко верю, не потому что я идеалистка. Анализ истории показывает, что те жертвы, которые делались во имя высокой любви к родине, своему роду, они в дальнейшем приводят к спасению всего рода до седьмого колена. Вот эти мысли в ребенке поддерживать, что его отец или его мать, тот, кто ушел, отдал свою жизнь за родину, он спасает в целом его, и жертва это не напрасно. Продолжать культивировать особое отношение любви к тому, кого нет. Не забыть его, а продолжать любить его. Продолжать каким-то образом, возможно, и писать письма, и общаться, и говорить, вот он сейчас видит. Возможно, и зависит от возраста ребенка, передавать какие-то маленькие подарки. Вот это то, что когда-то папа тебе еще переслал. Он помнил тебя, он любил тебя. Культивировать вот это особое чувство благоговения и благодарности перед тем, кто это сделал. Педагоги Бахмута активно працюють із військовими і цивільними. Вікторія Федорівна каже, вчителі намагаються допомогти подолати песимізм, який зараз поширюється в Україні і серед бійців, зокрема. Сейчас среди військових поширена така думка, що треба все залишити і повертатися додому. І от ми, приходя к этим ребятам, ми пытаемся всіми силами все то же делать, что, о чем я сейчас вам сказала. Поддерживать веру, что все это не напрасно. Еще есть бытует мнение, что Восток и Запад, они разные. Я прежде всего вас приглашаю к нам. У нас есть громадное количество людей, которые думают и стремятся что-то делать в том же ракурсе, как думаете, делаете вы. Причем количество этих людей может быть и большее, но вот эта серая масса общая, она может создать впечатление, что действительно у нас намного сложнее и хуже. И еще у нас жесткая очень среда. Связана она с отсутствием определенной культурной традиции. Вы это тоже хорошо понимаете. Значит, мы работаем в каком направлении? И с військовыми, и с цивильными. Мы прежде всего объясняем и показываем глубину и неповторимость нашей культуры. Нашей культуры не той, которая будет когда-то, а той, которая уже есть. Это любовь к тому, что является, что помогает нам выжить в самых сложных условиях. Так мы работаем и с військовыми. Прежде всего, самые высокие образы, которые есть в украинском народе, мы их культивируем и поддерживаем. И это помогает в самых сложных условиях выжить. Роботу з бійцями в Бахмуті проводять систематично, стверджує Вікторія Бак. А раз в тиждень вчителі організовують для воїнів пізнавальні патріотичні заходи. Всі війська, які стоять на території нашого Бахмута, практично всі охвачені нашими вчителями. І плюс ще общественна організація «Бахмут Український». Ми розробили частину мероприятий, які пропонували командуванню. У нас цікава армія, можна в будь-який об'єкт проникнути тим людям, які не безразличні. Тобто практично з будь-яким командованием мы находим общий язык. Это прежде всего встречи с военными, на которых мы рассказываем о тех самых важных, глубоких вещах. Каких? Например, урок сердцеведения мы проводим среди военных. Или о мысли среди военных. Показ фильма «Остров», а перед этим рассказ о важности. Или показ фильма «Остров», или показ фильма «Поводырь», а об этом рассказ перед этим. Рассказ о самом главном. Что такое человеческое слово и что такое наша культура, которая помогла выжить в самых сложных условиях.